прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему Курске, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало этого, те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Щось російська пропаганда не дуже-то рада захопленню руїн Вугледара. І навіть відзначає важку ситуацію для Збройних сил Російської Федерації у Курській області. Але при всьому цьому продовжує пробивати дно. Мы при проведении своей специальной военной операции как-то заботимся о мирных жителях Украины, это как бы они нам не были противны со своими вот этими вот идеологическими извращениями. Мы их не убиваем. Так-так, вам не почулося. Такі цинічні заяви досі звучать на головних російських телеканалах. Бо пропагандисти продовжують відпрацьовувати свої криваві рублі та скакати під дудку Путіна. Та це ще не все, на що здатні ці бридкі кремлівські блазні. Тож про все це у сьогоднішньому випуску. Вітаю на нашому каналі. Я Інна Набок, і це огляд нових заяв путіністів та абсурдних новин з боліт. Усі вони вкотре демонструють всю нікчемність Російської Федерації. Тож, щоб це відео побачило якомога більше людей, ставте лайк, коментуйте і підписуйтеся на канал. Ну а щоб не пропустити наступні випуски, тисніть на дзвіночок. Ну а тепер давайте поговоримо про те, про що несподівано заговорили сьогодні на Росії. Ну, я так полагаю, що якщо вопрос стоїть ребром мобілізація населения, а значит остановка производств там со всеми, так сказать, этими последствиями, мобилизация или вынуть уголовников с зон, то выбор в сторону уголовников, он прагматичен. Ну, лучше вот так сделать. Отже, гарматного м'яса таки бункерному не вистачає, бо раз про це вже заговорив і пропагандист Дмитро Пучков, відомий, до речі, під псевдонімом Гоблін. Він акчує та заявляє, що треба відправляти на війну зеків. Але я скажу одне, це не панацея для Кремля. Бо ж і в'язні на Росії не безкінечний ресурс. Не то, щоб, знаєш, от начальству відніє, но з моєї точки зрения, це такий сугубо прагматичний ход. Далі, ну, хорошо, от був стартовий етап, на якому там вимітати можна було всіх подряд. Далі, коли все це немножко стабілізувалось, ну, не треба брати откровенних упирей, не треба їх туди пускати, не треба їм розрішати. Як вам такі заяви? І знаєте, що характерно? Припинити війну Гоблін не пропонує. Ну, хоча б для того, щоб не треба було шукати по всій території Федерації тих, кого можна відправити на фронт. Він лише розмірковує, звідки топ ще можна повигрібати російських чоловіків, щоб вони загинули за імперські амбіції Путіна. А це особливо актуально для них зараз, зважаючи на те, які величезні втрати несуть окупанти на фронті. Хочу записувати відео від Камчатського батальйону, яких відправили на убой, яких просто насмерть отправили, которые даже не обучали людей, то такие дети, 18-летние, необученные, которые пришли только в этот камчатский батальон, пробыли на полигоне 4 дня, которые даже не постреляли, потому что не было патронов, и отправили просто на передки всех, просто отправили камчатский батальон на передки, кто вступил в камчатский батальон из других регионов. Нас отправили без ничего, у нас нету ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров, у нас нету ничего. Рацию мы покупаем за свой счет, одежду мы тоже покупаем за свой счет. Носки, тепло, все мы покупаем за тот счет, который приходят деньги, которые мы должны кормить свои семьи. Ну мы покупаем за них за этот счет батарейки, рации, обмундирование. Один тепловизор стоит 180 тысяч. Одним тепловизором мы обжиться не можем. У нас тоже есть семьи, нам есть кого кормить. Еды у нас нет. Еда сюда поступает раз в неделю. И то за ней очень трудно пробраться, потому что везде обстрелы, везде работают снайперы, везде работает арта. Минометы по нам хищат каждый божий день. Народу очень с Камчатского батальона, уже половины нету народу. Погибло очень много людей. Потому что нету обмундирования, еды, ничего нету. На полигоны народу не попоходило, обучения никакого не было. Ты просто подставил под пушечный выстрел детей.
тех, которые прибыли и два дня побыли просто в Олеськи сюда, їх сразу всіх напередок кинули. До слова, кількість населення Федерації, яка зменшується зі швидкістю світла, вже не вперше обговорюється і в Держдумі. І ось, дійшло навіть до того, що російські депутати почали розглядати закон про заборону руху «Child-free». Вообще, вот, коллеги, это серьезный вопрос. Мы его будем рассматривать, и обязательно поименное будет голосование. И вообще, это вопрос будущего. Быть в этом зале депутату или не быть. Потому что, вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения. Это сущность человеческая. Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности. Но пропаганды такой не должно быть. Потому что если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит, нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас. Вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть, тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против ініціативи запретити що? Не право вибору, а пропаганду. Все правильно, бо права вибору на болотах то давно вже немає. І знаєте, що найцікавіше? За словами Володіна, це той, що глава Держдуми Росії, ну і якого ви щойно побачили, новий законопроєкт пропонує заборонити пропаганду бездітності в інтернеті, ЗМІ, рекламі і кіно. Він також передбачає адміністративне покарання за порушення цієї абсурдної заборони. Це будуть штрафи, до речі, до 400 тисяч рублів для фізичних осіб та аж 800 тисяч рублів для посадових осіб. Ну і зрештою, до 5 мільйонів рублів для юридичних осіб. Ну а іноземцям, крім цього штрафу, загрожуватиме навіть до 15 діб арешту і видворення з Росії. Ось така вона – Федерація сьогодні. Люди, которые у нас занимаются демографией и рождаемостью, довели до такой, такого состояния страну, которая мало того, что вымирает, более того, вот происходят вот такие случаи, Андрей, мы сейчас это обсуждаем. У нас занимается, кто у нас эти люди, которые занимаются демографией и рождаемостью? Вот смотрите, у нас на проект, национальный проект «Демография» было потрачено 4,5 триллиона рублей. Так. Чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7 на 1/10 в 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселеву это озвучил, в итоге коэффициент рождаемости упал с 1,31. То есть 4,5 триллиона потрачено на повышение рождаемости, а в итоге мы за 4,5 триллиона получили. А кто Андрей отвечает? Борис, у нас национальный проект уточню, «Демография»? Уточню. Те и виноваты. В это время, с 2014 года, вот по 2024 год, в стране фантастический провал рождаемости. С 1,950,000 в этом году мы опустимся до 1,150,000. Минус 40%. Коренное население, вот, минус 45%. Коренное. Ну, опять же, мы видим там в Чечне рост, в Дагестане рост, в Ингушетии рост. И если мы возвращаемся к исконно-русским регионам, минус 50. Минус 50. Это не проблема. Так? Это катастрофа. А, мало того, даже не катастрофа. Это геноцид. Это геноцид русского населения. Все 10 лет, да, падали доходы населения. Росла закредитованность населения. Повторюсь, особенно вот в исконно-русских регионах. Да, массово росли микрозаймы. Там сейчас вот там на одного заемщика там уже по 3 займа. А что мы делали эти 10 лет? Для того, чтобы как-то замылить проблему демографии, наши чиновники в регионах, и, ну, понятно, и в Москве, да, начали массово выдавать паспорта мигрантам. Вот в прошлом году там 178 тысяч паспортов. Тим часом Соловйов та Ходарьонок, схоже, зрозуміли, що їм не вдалося таки
подати своїй невибагливій аудиторії захоплення Вугледару як велику перемогу російської армії. Та й тут, мабуть, варто сказати, що й самі окупанти то у соціальних мережах скаржаться, що саме місто їм ніяк не цікаве, бо воно повністю знищене. А от кількість втрат і техніки в окупантів тут зашкалюють. Тож, мабуть, через це у Соловйова сьогодні ось такий якийсь мінорний ефір. Фронт тріщить, но сопротивление жорстоке на всіх направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу Днепра. А пока ситуация такая. Да, у нас есть определенные успехи. Это и Угледар, это и обстановка в районе Покровска и Торецка, и иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться, но тем не менее у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы. Вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует нічого такого, щоб говорила о його там ослабленні. Ну, а визнавши ось це, пропагандисти також змирилися із тим, що Курська область стане предметом торгів на майбутніх переговорах і що їхнє військове керівництво бреше. Несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему Курски, ну, что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Оказалось бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена, два месяца, и сопротивление вооруженных сил Украины на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать, удерживать свои позиции. И вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь не то, что беспорядочному, а даже организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем. Вполне возможно, что в дальнейшем, как один из политических козырей при ведении переговоров. Але мы все это знаем и без заяв путинских посіпак. Я просто вирішила нагадати вам, що вони таки панікують. Тому і звучать в їхніх ефірах такі заяви. Звучать, до речі, останнім часом якось трохи навіть стримано. Чи, я б сказала, невпевнено. Бо чомусь Соловйов почав ретельніше фільтрувати кожне своє слово, тобто все, що вилітає з його рота. Поэтому если Верховный так говорит, то там как раз западники понимают, что, кажется, можно вздрогнуть. Это немножко страшно. Дай бог, потому что вот я-то как раз и хотел сказать, главный месседж -то был в том, что у нас, слава богу, не терпило. Страной руководит, как говорят очень многие. Где ты эту терминологию набрал? Ну, я тебя прошу, посмотри, почитай. А я не собираюсь читать. Слушай, зачем мне ходить и читать, что написано на заборе? Зачем мне опускаться до уровня этих... Зачем мне на полном серьезе? Ну зачем мне тащить в мою программу? Зачем мне тащить жаргон непонятно кого? Да я тебе объясню почему. Потому что этот жаргон принимают наши типа патриоты. Да мне плевать на них. Начинают... Да они не плевать. Мне... Это не читают. Потому что я... других, минуточку, да. Можно пользоваться языком Льва Николаевича Толстого, можно. А не Фени и не Цоти? Можно. Правильно. Вот. И поэтому мы... может все-таки поднимать, а не спускаться вниз. Потому что если мы начнем говорить таким языком, ну тогда я давайте... Але ми ж то знаємо, ким він є насправді. І архівів його погроз, і цинічних висловлювань, яких його справжнє обличчя вистачає. Пригадайте хоча б ось цей уривок з його ефіру. Предателі. Духа. Ну ви ж лживые тряпки. Ви ж нічтожество. Ви ж резиново-технічні изделия, которые на свою насадили западные спецслужбы и вас, ваши же грязные... отверстие. Ну, а це вже реакція московитів на приїзд Рюте в Київ. Нагадаю, новий генсек НАТО Марк Рюте здійснив свій перший закордонний візит у Київ, аби дати чітко зрозуміти, що альянс на боці України. І тут понеслося. На цьому фоні, звісно, питання виникає, от чому до сих пор Зеленський там гуляє по українським містам. Селфі робить,
гостей приглашает. У нас, по-моему, есть... И вообще безопасно передвигается по этому. Да, у нас есть и опыт, и средства, все у нас есть для того, чтобы прекратить это безобразие. Там гостей, я говорю, принимает, там, он... Как мы уничтожили в свое время? Дудаева, Хаттаба, Басаева. Все же было, так сказать, совершенно сделано технично со всех точек зрения. Хочеться надеяться, что операция и подготовка ведется. Тож, як бачите, так і біснуються рупори Путіна і панікують. Але що нам до них? Нам же з вами своє робити. Тому давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. Ну і нагадую, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі у наступному випуску.